Прекрасное форелевое озеро в Ганачхирском ущелье, излюбленное и часто посещаемое туристами место, но если навестить его сейчас, то можно наблюдать вот такую печальную картину. Форелевое, или как его еще называют, Тубанлыкёль, больше похоже на болото. Что же случилось с озером, мы спросили председателя Карачаево-Черкесского отделения Русского географического общества, доктора географических наук Вячеслава Онищенко. Озеро Туман-Лыкёль, оно находится на высоте около 1900 метров над уровнем моря. И уже появились признаки зарастания. Это говорит о том, что там увеличивается органическая масса в составе воды в озере. Это озеро, оно ежегодно выбивается лавинами. Вот, может быть, этот фактор как раз и послужил тем, что это озеро сохранилось. Потому что лавины как бы чистят дно озера. Вот, ежегодно выбивая его. В этот раз произошел одновременный сход нескольких лавин, которые выбили все осадочные накопления на дне озера, и создалась эта мрачная картина, как бы уничтожение озера. Но это не так. Лавинный снег выдавливает все осадки внутри озера. Как только растает снег, который перемешан с грунтом и илом, озеро восстановится, и зеркало воды примет ежегодные очертания, говорит Вячеслав Валентинович.